Чищення зубів для людини і для тварини – дві абсолютно різні справи. Втім, доглядати за ротовою порожниною котів – справа складна, адже ці пухнасті зазвичай не в захваті від спроб господаря почистити їм зуби. Если у вас не получается совсем, то раз в неделю вы должны посмотреть, что происходит с ротовой полостью вашего животного. Но если у вас, вы видите, что животное как-то дискомфортно себя чувствует, если у него повышенное слюноотделение, оно, в общем, активно, но подходит к еде, но не ест, то, скорее всего, у вашего животного есть проблема с зубками, либо есть какие-то проблемы с ротовой полостью, со слизистыми, либо это с десной, но что-то есть. И это повод обратиться в ветеринарную клинику и выяснить, почему так происходит. Наш котик вже має більш ніж 10 років. Втім, ветеринари кажуть, що проблеми з зубами можуть початися і раніше. Проблемы с зубами у животных, как у людей, сугубо индивидуальны. У кого-то может быть в 21 год, я имею в виду кошек, все в порядке с зубами, а у кого-то начинаются проблемы с 2-3 лет. Поэтому заглядывать в рот обязательно нужно и обязательно нужно принимать какие-то меры. Если вы сами не знаете, у вас не получается, то лучше обратиться к своему ветеринарному доктору, который уже посоветует вам адекватное лечение. У нашого пухнастого сильний зубний камінь, тож обійтися без спецчистки неможливо. С зубами нашего кота мы делали следующее. Во-первых, мы почистили зубной камень. Сразу мы этого не делали, потому что на первичном приеме, на первичном осмотре животного у него была очень воспалена десна, и предварительно животное получало антибиотик в течение 3 дней. Сегодня, на лицо явно было видно, что воспаление уже меньше, и было решено провести чистку зубного камня. Зубки, которые уже не годились, которые шатались, которые были не очень хорошо выглядели, мы, естественно, удалили, потому что они только мешают, будут мешать этому животному. Но есть проблемные участки, потому что зубной камень сам по себе, он поднимает десну, там размножается очень много бактерий и портится корень зуба, поэтому его нужно чистить обязательно. После чистки назначаются антибиотики и смотрится. Чаще всего оголенные корни, они закрываются десной, когда уже уходит воспаление. Но после этого желательно, конечно, следить за ротовой полостью конкретного животного. Чтобы кит мог спокойно есть уже майже одразу после чищения зубов, ему необходимы специальные леки. Ему был введен нестероидный противовоспалительный препарат, который, в принципе, уберет болезненность, и сегодня же кот будет кушать, скорее всего. Для того, щоб після чищення у ротовій порожнині не виникло додаткових проблем, ветеринар призначає нашому пацієнту додаткові ліки. Ми закінчуємо курс антибіотиків. Після курсу антибіотиків ми показуємося. І вже врач назначить либо продовження курсу, либо він назначить контрольний осмотр і розкаже, як слідити за даною ротовою полостю. Ветеринарні лікарі кажуть, що інколи задля загального здоров'я кота необхідно видалити усі зубки. Боятися цього не слід, адже існують спеціальні системи годування, які зроблять життя вашого котика легшим. У окремих пород кошек є свої проблеми. Они могут быть связаны с инфекциями конкретного животного, и бывает такое, что животным вырывают все зубы, то есть оставляют либо резцы с клыками, либо вообще ничего не оставляют. Этого не нужно пугаться, если вам ваш доктор говорит, что есть такая проблема у конкретного животного, вы не можете справиться с гингивитами, животному больно кушать, и доктор принимает такое решение, то этого не нужно бояться, потому что после того, как зубы будут удалены, животное будет абсолютно нормально себя чувствовать, оно будет нормально кушать, двигаться, будет радовать вас. Если удалены все зубы, они переходят либо на размоченный корм, либо они переходят на влажные виды кормов. То есть, в принципе, это не проблема. Либо хозяева готовят им там мясо с кашами, блендер, мясорубка, все это в арсенале есть. Вельми важливо, щоб таке чищення, як сьогодні, проводили ветеринари-професіонали, бо найкраще робити його із спеціальними заспокійливими препаратами. Чистку зубов без наркоза нельзя делать. Почему? Есть несколько причин, потому что, допустим, мы можем снять с вами зубной камень, но механически, но чаще всего это сопровождается повреждением эмали зуба.
это не очень хорошо. Плюс мы не можем сказать животному открыть рот и вычистить все зубы не только с наружной стороны, но и с внутренней стороны. Это два. Очень часто, когда зубной камень очень большой и есть воспаление десны, то данная процедура она будет болезненна, поэтому животному будет неприятно. Плюс могут быть травмы, травмы челюсти. Що ж, маленька компанія сподівається, ваші котики завжди матимуть здорові зуби та гарний апетит, який є своєрідним сигналом, що з вашою кицею все гаразд.